Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал, и это будет очень коротенькое видео, просто не терпится поделиться с вами нашей радостью. Дело в том, что мне только что позвонил мой муж и сообщил замечательную новость. Он полторы недели назад примерно ездил во Франкфурт и пробовал сдавать C1 Medicine. Это языковой экзамен, который необходим для того, чтобы подтверждать диплом врача в Германии. По крайней мере, это такое требование в нашей земле. И ему сегодня пришел сертификат, он сдал экзамен, он сдал его на уровень именно C1, хотя думал уже регистрироваться на новый экзамен, боялся, что не сдал, почти был в этом уверен. Но вот такое радостное событие у нас, теперь он сможет немножко более подрасслабиться, более размеренно готовиться уже спокойно к защите диплома, но это будет примерно через год. Такое у нас радостное событие, короткое видео, но мне очень хотелось с вами им поделиться. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем пока!